Друзья, всем привет! Фикс прайс на Индустриальном 34, город Санкт-Петербург. Нашла вот такую новинку на входе. Это шкатулки пасхальные. Они продаются каждый год, сделаны неплохо. И цена все еще прежняя, 55 рублей. По-моему, цена отличная. Есть разные варианты дизайнов, разные красивые цветы в составе керамика и полипропилен. Следующая новинка – красивые свечи в стеклянных стаканчиках. Стаканы декорированы, свечи ароматизированы, приятные цветочные ароматы, гортензия, ваниль, кокос, есть жасмин. Цена на свечки не указана, но вот рядом 199 или 249. Вот такие интересные салфетницы. Рядом есть отделение, баночки для специй можно поставить. Дизайны разные, сделаны из ХДФ. Производит Россия, Москва. Цена 149 рублей. Следующая красота для декора. Вот такие кашпо в виде котиков. Три цвета. Молочный, серый и синий котик. У серых, к сожалению, были отбиты носики. Себе я взяла вот такого синего красивого. 199 рублей. Наконец-то привезли много новых масок корейского производства. Вот это разглаживающая маска для лица, для упругости кожи, разглаживает морщины. Есть подробное описание, как пользоваться. Следующая – эластичность, восстановление тонуса. И третий вариант – увлажнение, защита от потери влаги. Сделаны в Корее, 55 рублей. Новые альгинатные маски от Fanny Organics. Моделирующая маска омоложения для гладкости, эластичности, разглаживает морщины кожи. Есть подробная инструкция, ставьте на паузу, читайте. Производство тут также Корея. Следующая моделирующая маска увлажнения. Красивые яркие упаковки, аппетитные. Маска для аквабаланса, заполнения морщин, для тонизирования и восстановления кожи. И третий вариант – моделирующая лифтинг-маска для сокращения морщин, повышения упругости, разглаживания кожи. Яркие, красивые упаковки. 99 рублей. Отличные новинки в кухонном отделе. Вот такие большие стеклянные банки от Паша Бахче с пластмассовыми крышками. Объем 2 литра. Сделаны из натрия кальция силикатного стекла. Интересное дно. Можно поставить банку ровно, либо наклонить на бок. Тут крышка резьбовая. Покажу вам, вот таким образом ставить или на бок. Использовать можно для печенья, для конфет, для сыпучих продуктов. Есть такие же банки, но маленькие, объем 200 мл. Абсолютно такие же. Есть скошенное дно. Большая стоит 200 рублей, маленькая 33 рубля. Есть новые тарелочки с цветами. 99 рублей, вот размер поменьше, 18 сантиметров. Есть глубокие тарелки аналогичные. Такие салатники, 830 миллилитров. И есть вот такие плоские тарелки, тоже с красивыми цветами, 20,5 сантиметров. Первые сделаны из фаянса, а вот эти из керамики. Если вам не досталась банка с крышкой, с котиками, снова их привезли по 200 рублей. Тут увидела новинку, вот такие большие контейнеры на колесиках с удобной большой ручкой. Удобно будет взяться и выдвигать. Подойдут для продуктов, для масел, бутылочек, бытовой химии. Объем большой 7 литров. Ширина 18, длина 38 и высота 18,5 сантиметров. Цена органайзера 250 рублей. Наборы накладных ногтей. Разные формы, разные весенние дизайны с цветами. Есть форма миндалевидная, есть вот такая вот прямоугольная. В наборе 24 штуки, есть подробная инструкция, 99 рублей. В продаже появился солевой скраб-пилинг для тела. Подтягивающий пилинг, тропическая маракуйя и папайя. Смотрите состав. Производит Россия, масса 330 грамм. Тонизирующий скраб, бразильский кофе и шоколад. Моделирующий скраб, экзотические личи и гуава. Масса 330 грамм, цена 59 рублей. Жидкое крем-мыло детское с дозатором от 0+. Мыло не сушит кожу, бережно очищает, обладает приятным ненавязчивым ароматом. 300 мл. Еще новое мыло, жидкое, с антибактериальным эффектом, объем 300 мл. В составе мыло содержит триклозан, производит Россия, 300 мл, цена 79 рублей.
продаже появились новые спреи для волос. Зеленый для всех типов волос с провитаминами В5, с экстрактами хлопка и ламинарии. Придаст волосам эффект пляжных волн, создаст легкий объем и укрепит волосы. Объем 300 мл. Оранжевый спрей для термозащиты и блеска с кератином, протеинами шелка и комплексом масел в составе. Сиреневый для укладки и стайлинга с органовым маслом, кератином и экстрактом миндаля в составе. 300 мл 79 рублей. Жидкое мыло от Аура в дойпаке. Мыло с антибактериальным эффектом подойдет для всей семьи. Объем 375 мл. В составе алоэ вера. Покажу вам состав. Цена 59 рублей. Кондиционер для детского белья подойдет для чувствительной кожи, без фосфатов, без красителей в составе. Объем 1 литр. Производит Россия. Цена 79 рублей. Средство для мытья детской посуды – это концентрат. Разработан специально для детей от 0+. Для мытья посуды, бутылочек, сосок, игрушек 500 мл. Производитель Россия. Цена 79 рублей. Опрыскиватели для волос. Пластмассовые. Небольшой объем 250 мл. Цена 149 рублей. Женские легкие шарфики. Разноцветные, с пайетками блестящими. Очень легкие, тоненькие шарфики. Сделаны из полиэстера. Приятные неяркие расцветки. Ширина 80, длина 180 сантиметров. Покажу вам, какие расцветки. Молочные, розовые, голубые, серые, бежевые. Цена 199. Также есть в продаже новые шарфы с перышками. Показывала вам в прошлых обзорах. Целая стопка, все расцветки. Большой размер 180 на 80. Заколки в упаковке 2 штуки. Неяркие расцветки, стильный дизайн, состав сталь и ПВХ. 59 рублей. Также новые резинки появились. Смотрите, какие смешные. В виде поросят с ушками, с ножками. Есть также зайчики с морковками, коровы. Одна резинка стоит 59 рублей. Следующая новинка пригодится в хозяйстве для дачи. Вот такая металлическая щетка зачистная. Используется при грубой зачистке поверхности от ржавчины, лака, загрязнений, также краски. Цена 79 рублей. Новинка книга-игра. Называется «Одень пупса». В книге два пупса и к ним разная одежда. Все модельки выдавливаются прямо из книги. Для занятий не нужны ни ножницы, ни клей. Вот такой первый пупсик и второй пупсик. И к ним вот такая одежда. Яркие, плотные, ламинированные странички. Рисунки яркие. Цена 149 рублей. Следующий вариант. Маленькие герои. Одень принца и принцессу. Тут нужно нарядить двух куколок. А тут модные подружки. Нашла еще вот такой вариант. Одень волшебных друзей. Цена такой игры 149 рублей. И нашла новую игрушку для мальчиков. Летающие диски. В наборе мощное космическое оружие и два диска для запуска. Есть подробная инструкция. Цена, к сожалению, не указана. Наверное, рублей 300, может быть 350. Нашла новые конфетки. Называется «Золотая лилия». Масса упаковки 200 грамм. Смотрите состав, ставьте на паузу, изучайте. И цена 55 рублей. Конфеты «Сливочный каприз». Натуральный продукт на сливках. 350 грамм. Покажу вам состав. И цена 79 рублей. На этом сегодня пока что все. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо вам за поддержку.